другими цифрами, которые ну, мы да, видим, особенно да? Вторая оценка, конечно, да. Очень низкая была. Но все равно. Приглашается особенный Кэптин Кейнди, Александр Шаркалов, Украина. Вот еще один интернациональный дуэт. Да, в этом году они 11-ми были на чемпионате Европы. Очень опытный партнер Саша Шакалов. В разных сочетаниях он выступал. Да, он очень давно уже выступает с разными партнершами. И я помню, даже я еще когда с другой партнершей катался и пересекались с ним на соревнованиях. Хорошо все ретвизло сделано. Молодцы, ребята. Неплохо. Очень даже неплохо. Тренируются они у наставника, который воспитал замечательные пары. Это Наталья Дубова. Наталья Дубова и Галит Хайт вот работают с этим украинским дуэтом. Татьяна Шакалова с Ольгой Акимовой катался последние сезоны, вот до того, как этот дуэт, ну, этот дуэт потом распался, и затем некоторое время, потом еще была Елена Тимурцова, но на международных турнирах они на группах не выступали. И вот второй сезон мисс Хейкин Кеннеди и Александр Шакалов выступают вместе. Вот мы сейчас видим как раз, как они начали серию твизлов. Нет, Твизла не очень. Ну, чуть-чуть не синхронно, да. Но в основном, да, очень неплохо. А это как раз вот эта дуга в золотом вальсе, по-моему, да? Да, это как раз первый короткий борт.
И вот эта новая система, когда она появилась, она потребовала от всех танцоров так называемого дужного катания, да, кататься на дугах. Ну, к танцорам, в общем-то, всегда, наверное, было требование, что все-таки надо кататься на дугах. Я, честно говоря, смотрел хронику середины 90-х. Ну, не хронику, а вот чемпионаты мира, чемпионат Европы. Вспоминал, да, вот в какой-то момент мне захотелось залезть и вспомнить, как катались тогда. Я посмотрел и понял, что это совершенно вообще просто два разных фигурных катания. Нет, фигурное катание сделало совершенно огромнейший шаг вперед. Особенно, что касается танца, потому что я вот брал, по-моему, чемпионат Европы в Софии проходил, если не ошибаюсь, 96-й год. И смотрел, как раз Леничук выводила, по-моему, первые четыре места, как раз пара Леничук заняли. И совершенно другое. То есть пара просто прет на полной скорости, без всяких дуг, по центру катка, выдает великолепную экспрессию, да, но при этом катание совершенно другое. Было такое. Но сейчас совершенно другие требования. Вот мы видим, что, между прочим, украинцы наших требовательных судей вполне удовлетворили. Нет, они хорошо катали и вполне заслуженно свои оценки получили.